И вот еще немного о футболе. Евгений Стешин возвращается в «Шинник». Воспитанник ярославского футбола последние несколько лет выступал за клубы «Волгарь» и «Луч Энергия». А вот свои первые шаги в спорте начинал делать в клубе «Нефтяник», где его наставником был Александр Ермолаев. Затем перешел в «Шинник». Теперь спортсмен вернулся в родную команду и, как он отметил сам после подписания контракта, очень этому рад. Соглашение с защитником рассчитано на 2 года.